Традиционно наш форум проходит в двух составляющих, это форум и выставка. В этом году мы, и в рамках того, что Александр Сергеевич озвучил, что это юбилейное, чуть шире, чуть лучше и чуть более качественно мы хотим его сделать, мы его расширили секционными заседаниями, которые будут представлены в этом году 10 наименованиями. Что нового будет в этом году? В этом году впервые для Тюменской области мы проводим отдельный круглый стол, посвященный информационным технологиям в образовании. Традиционно Тюменская область у нас занимает лидирующие позиции в этом направлении в Российской Федерации. У нас достаточно сильные наработки в департаменте образования. У нас, нас поддерживает Тагира, нас поддерживают обе библиотеки и вузы в этом мероприятии. Поэтому я думаю, что это будет очень интересный и полезный круглый стол в рамках сегодняшнего, нынешнего инфотеха. Также новым будет секция по градостроительной политике, то есть по информационным технологиям в сфере строительства. Здесь тоже будут представлены новые наработки, новые практические решения, которые заработали и в этом году, в том числе на территории Тюменской области, будут представлены информационные системы, живые информационные системы на стендах. Будет рассказано о том, какой охват имеют они в принципе в Российской Федерации, какие новые тенденции. Кроме того, у нас одним из новшеств будет являться это тематическая секция для студентов. Для студентов Тюменской области она будет иметь своей целью освещение карьеры в IT-сфере, освещение как бы перспектив, которые имеют студенты, которые идут либо по профилю IT, либо в управлении в IT-сфере. Да? То есть здесь будут делиться достаточно высокие профессиональные гости нашего мероприятия своим личным опытом, как они стали IT-директорами, какие профессиональные качества им это помогли, где они не побоялись рискнуть и что привело, в принципе, к успеху, к профессиональному успеху в данной сфере.